анонсировать одну песню, которую я буду петь следующей. Это песня вот тех самых давних-давних лет, когда у меня еще не было репертуара. Было всего две или три песни. Вот мы приехали в Казань, потом поехали дальше по маршруту. Но песня эта, она была единственной моей как бы визитной карточкой. Хотя она, может быть, не стала такой уж очень популярной, но тем не менее я считаю ее знаковой для себя. И именно с нее, наверное, началась моя певческая история, песенная история. А песня это Владимира Шаинского «Белая береза». Пожалуйста. Не знаю.